Станицу Северскую, улица Орджоникидзе, 34, Мельнику Валерию Александровичу от Мельника Бориса. Октябрь 1944 года. Здравствуйте, дорогие братишки, Валик, Толик и Леник. Валик, пишу тебе письмо из далекого края, из Западной Украины, и передаю вам всем братьям горячий боевой привет. Валя, я хочу, чтобы ты написал мне письмо, хотя бы такое, когда я был в Грозном. Пожалуйста, напиши. Привет всем родителям, папе и маме и братьям. До свидания.